У нас вопрос от ученика из Израиля. Как воспользоваться ненавистью, завистью для того, чтобы подняться над этим миром? Без этого нельзя выйти. Зависть, вожделение, почести выводят человека из его мира, написано, из его состояния. И каждый раз это эти три устремления. Только за счет этого мы продвигаемся с уровня на уровень, но относительно верного окружения. Когда это окружение ставит мне цели, я завидую им, находящимся уже ближе к этим целям, дальше, чем я, и тогда я тоже начинаю продвигаться к этим целям. Та морковь, которая подвешена передо мной, это группа, в которой есть все эти необходимые важные вещи, о которых они мне рассказывают, что как самые важные, а у меня ничего нету, и вот я пылаю, чтобы этого достичь. Проблема, что мы не очень-то пылаем, чтобы этого достичь. Слишком умные.